Начнем с того, то, что я бомж. Чтобы не быть бомжом. О, донат прилетел, спасибо. Лыжа еще в стадии разработки. Здравствуйте, Виталий. Это ваша зарплата за рекламу проекта Fairplay. Зря я включил голосовую. Спасибо, Шам. Лучший. Фига, еще донат пролетел, спасибо. Вкусно. Ой-ой. Он на целую минуту это записал, ребят. Я вам это гарантирую. Осуждаю. Хотя я не напечатаю, что... А часть все равно. Но, скорее всего, мне из склада выкинут. Повезло. О, сука. Флавы, я половину кода на наш мод проебал. Ты шлюха, короче. А еще шапка меняет наряд. Еще раз приятно. Вот так. Хоть бы тебя 10 тысяч диких выебали. Пиздец. Спасибо. Ой. Ребят, не люблю я это место. Особенно, когда тут спавнюсь. Так, на этот раз я не побегу, как мне Шам говорил, потому что у меня в прошлый раз... И у меня ничем это хорошим не кончилось. Не, можно, конечно, как дикий побежать просто... С дробовиком. О, вали кепку, слышу. Опа-на. А кто у нас там? Давайте его встретим, ребят, как подобает, как говорится. Пиздец. Ну и говно, патрон мне, конечно, заряжен. Неудивительно то, что бомжа не убил. Теперь еще понять, где он надо. А, он уже убежал, наверное, да? Блин, неудобно, что скроллом нельзя... А, нет, я все-таки по нему попал. Смотрите-ка. Попал все-таки. Да. Ага. Сука. Да какой минус рукой? Да пошел ты. Ебучий ты случай. Вот минус рука сразу же. Если будет карта от лаба, я охуею. Можно будет пойти на лабу, проебать хорошую сайгу и калаш. И смириться с этой потерей. Ну и место в схроне тогда, кстати, побольше будет, потому что... Повезло, повезло. Что-то громко нахуй. Спасибо за донат. Циркумфлекс, подчеркивание, 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 циркумфлекс. Что это? Циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание. Кто-то идет? Надеюсь, дикий. Нет, не дикий! Дарков нормально скачать? Ну как нормально? Вот этот. Да блять. Вот. Вот, ребят, про что я и говорил. Ну так и будет сейчас все. Голова теменная часть. Ну, блять, конечно. Чилы с теплокамерой. Чё, ребят, пофармил квестик, да? Моё. Я думаю, давайте в подвал спустимся. Блять! Ёбаный рот, ну как так, нахуй? Okay. Вот какой-то дикий просто, ебать. Рандомный дикий! Че тут вкусного? Че тут поесть мне? Ой-о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 й
Ебать, жаль, это не спижу. Ой-ой-ой, ребята, вот завод покормил. Все свои, мужик, все свои.
Не-н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 е-
Там еще модули, сука, это все продать. Пизда. Да, сука, открой ты. Сука. Такую снайперку я не приму. Сука, ну такую снайперку мог же вынести, блять. Ну какой черт не дернул в эти ваши офисы пойти. Еще, кстати, не туда забежал вообще. Больше желания в Тарков, к сожалению, у меня играть нет. А может и к счастью. Как сообщение триаж. Привет, умер на карте лес. Так вот, я хочу тебе сообщить, как новичку. Созаряжать мосты, но через магазины нельзя. Это не троллинг и не насмешка над тобой, просто на будущее. Она же на китайском писал, чел красава. Так, чё, ребят, я подведу этот стрим к итогу в таком случае. Делать таркивы пока мне нифиг. На этом с вами не прощаюсь. Увидимся на стриме по Майнкрафтику. Так что, да, всем пока.